Привет, братцы рыбаки! Сегодня я вам хочу показать, как буквально минут за 15 можно сделать вот такие вот приманки, которые называются поплопопер. На просторах YouTube попался мне видеоролик, ссылочка на него будет в описании, в котором показывали работу вот этих вот штуковин, скажем так. Меня это очень заинтересовало. Приманка для меня новая. Сегодня я их только сделал, показать не смогу в работе, потому что еще у нас снег лежит. Летом обязательно буду их испытывать. То есть посмотрел ролик, заинтересовался, сразу же прикинул несколько водоемов, в которых они точно у меня будут работать. Есть для них подходящая рыба. И решил себе сделать. Заодно снял видео и решил вам показать, как это делается. Ну что, приступим. Итак, для изготовления мне понадобятся пробки из-под вина, вот такие вот. Саморез, от которого я откусил шляпку. Дрель, какая-нибудь проволока, в моем случае от сварочника. Наждачная шкурка разной зернистости. Супер клей. Ну и какие-нибудь лаки. Также понадобится еще пара свинцовых грузиков. Итак, приблизительно ищу центр. И шилом такая отверстие, чтобы удобнее потом было вворачивать саморез. И со второй пробкой поступаю также. Дальше, зажимая в дрель сам саморезик, мне не надо, чтобы он полностью выходил наружу, потому что с этой стороны я буду делать выемку. Поэтому где-то вот так вот будет достаточно. Принцип такой же, как я делаю поплавку. Сперва делаю вот такую вот форму. Теперь более мелкой шкуркой надо это все дело загладить. Ну, в общем, что-то вот такое вот у меня получилось. Теперь надо вот здесь вот сделать выемку. Беру вот так вот, сгибаю шкурку. И аккуратненько. Вот так вот сделал. Вот такая вот заготовочка. Заднюю часть можно аккуратненько тоже сравнять. Теперь точно так же делаю вторую заготовку. Также ее накручиваю и начинаю обрабатывать. Вот и вторая заготовочка готова. Вот что у меня получилось. Один сделал чуть-чуть побольше, один поменьше. Это я буду экспериментировать. Теперь полотном по металлу нужно сделать распил до середины по центру. В одной заготовочке и во второй. Ну, как пилить я не буду показывать, сейчас распилю и продолжим дальше. Вот обе заготовочки пропилил до центра. Теперь нужно из проволоки сделать ушки, чем сейчас и займусь. Вот такая вот восьмерочка удлиненная получилась. Теперь ее надо заправить в будущий поплопопер. С помощью того же полотна поджимаю все плотненько к центру. Вот практически готово. Точно так же сейчас сделаю второй. Вот что получилось. Дальше надо будет сюда вот положить грузик. Вес груза тоже каждый может подобрать под себя сам. Я взял пару дробинок, вот так вот их расплющу сейчас. Ну а теперь все это дело надо просто заклеить. Беру обычный суперклей и заливаю в эту щель. Дальше беру вот эту вот стружку от пробки и какой-нибудь палочкой ее туда утрамбовываю. Капнули клея, засыпали пыли вот этой вот
подождали, когда подсохнет, и также потом еще на несколько раз. Как видно, суперклей подсох. Теперь лишнее надо убрать шкуркой. Так, ну вот, лапоперы готовы к покраске. И все, думаю, можно приступать к красе. На улице еще прохладно, поэтому переезжаю я в дом. Там буду докрашивать. Вот предварительно, что получилось. Подсохнет и продолжу. В общем, вот так вот я покрасил. Конечно, неаккуратно. Я не художник. Но думаю, для первого раза пойдет. Что-то в виде божьих коровок, в общем, сделал. Как и говорил, один чуть-чуть побольше, один чуть-чуть поменьше. Сейчас все подсохнет. И посмотрим готовый результат. Ну вот, собственно, готовый результат. Такие вот у меня получились поплопоперы. К сожалению, сейчас пока я их не могу нигде испытать, у нас снег еще лежит. Но обязательно покажу их в работе. Грузик я вниз ставил, чтобы они были немного отбалансированы. Многие говорят, что это делать не обязательно. На всякий случай я это сделал. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите обязательно что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока.